Hello and welcome to Happy English School. Добро пожаловать на очередной урок по словам. На прошлом уроке мы с вами проходили прилагательные. Давайте вспомним, что же там было. Итак, высокий. Tall. Медленный. Slow. Маленький. Small. Ну что, совсем справились? Если нет, вы знаете, что делать. Если да, двигаемся дальше. Сегодняшняя тема – чайный стол. И начинаем мы с салфетки. Napkin. Napkin. Чайник, заварной который, куда мы заварку кладем. Teapot. Teapot. Тарелка. Plate. Plate. Скатерть. Tablecloth. Tablecloth. Table – это стол, мы помним, а cloth – это ткань, то есть ткань на стол. Tablecloth. Ложка. Spoon. Spoon. Вилка. Fork. Fork. Чашка. Cup. Cup. Нож. Knife. Knife. Посмотрите, K не читается перед N. Knife. И блюдце соуса. Соуса. Интересно, что мы называем летающую тарелку тарелкой НЛО, а англичане называют ее соусе. Вот летающее блюдце. На нем прилетают к англичанам инопланетяне. Итак, let's read from the beginning. Napkin. Салфетка. Teapot. Заварной чайник. Plate – тарелка. Tablecloth – скатерть. Spoon – ложка. Fork – вилка. Cup – чашка. Knife – нож. Sauce – блюдце. Splendid! That's it for today. Thank you for joining me and see you next time. Bye! Thank you.